А как это место называется у вас? А зачем пришли сюда? Ясно. А сколько уберете мешков? Много. Газету раскрой. Ты уже нашла мусор? Голову тоже, да. Мария, как считаешь, изменится ситуация с уборкой мусора после такой акции? Ну, здесь самое главное, чем больше, тем лучше. Потому что все мы, конечно, не успеем собрать. Но здесь главное, чтобы люди понимали, что лучше не сорить чисто там, где не мусорят. И чем больше будет таких акций, и будет массовое освещение всего этого, то, мне кажется, будет меньше народу, которому захочется все это сорить, чтобы потом убирать. Тот, кто убирает, тот никогда не будет мусорить. Единственное, что у меня такое пожелание к администрации нашего парка Ельниковская роща, чтобы в тех местах, где видно, что есть мангалы, где есть место для костра, либо вешали мусорные пакеты на дерево, либо ставили мусорки. Я думаю, вообще не изменится, потому что администрация ничего не делает. Надо кемпинг организовать, как нормальная страна, иначе никак. Шансов, конечно, очень мало, но очень хотелось бы, чтобы была польза хоть кое-какая. Думаю, что изначально все не сможет никак поменяться, такого рода акции должны быть постоянны. Те, кто принимал участие в этой акции, они мусорить не будут, думаю. Но так, чтобы изменилась ситуация, это не так быстро. Только когда перевоспитается народ, тогда и... Обязательно изменится. В лучшую, худшую? Естественно, в лучшую. Еще год назад, два года, три, такого не было. Столько людей не выходило, а сейчас выходит. А в следующий раз выйдет больше. И ситуация изменится, и будет у нас чисто везде. Может, гадить станут меньше, конечно, но сомнительно. На некоторое время, да. Вот здорово, что пришли дети, да, и как один из участников субботника сказал, вот это поколение, да, вот детишки пришли, вот, начиная с них, вот эти уже будут приходить и следить за тем, чтобы не было этой грязи. Конечно, изменится. Это вообще должна быть такая масштабная акция. Это надо ты делать. Будешь собирать мусор? Да. А оставлять после себя будешь? Нет. А как думаешь, другие люди, чтобы не мусорили с собой, что нужно сделать? Не... Наказать. Ты сегодня что делала в парке? В парке? Ничего. Правильно. А сколько мусора собрала? Это я не собирала. Я возила в самокате. Ага. А ты видела, другие собирали мусор? Да. А как ты думаешь, чтобы не мусорили, что нужно делать? Собирать. Что собирать? В общем-то, должно измениться, но жаль то, что кто мусорит-то как раз и не пришли на субботник. Вот в чем дело-то. А вы зачем пришли на субботник? Как? Это я здесь очень много лет прожила. Детство мое тут прошло. Дети мои здесь выросли летом. Мы каждое лето отдыхаем на Новочебоксарске. Проще, ну, дети с коляски начали вот здесь у меня. А что, в Тюмени своего мусора не хватает? Ну, почему мусор? В Тюмени негде отдыхать у нас. У нас гнуса много, а речки у нас нет, рощи у нас нет. Что нужно сделать, чтобы изменилась ситуация? Изменилась ситуация? Мозги лечить надо людям. Это первое. А если мы этого не сможем сделать, то надо поставить 4-метровый забор с вышками по углам. И никого больше туда не пускать, тогда все будет хорошо.